рада нашей новой встрече. В эфире прогноз погоды. И уже совсем скоро вы узнаете, что приготовила нам природа в субботу 20 января. В студии для вас работает Олеся Вайнер. В ближайшие сутки синоптики обещают украинцам больше прояснений на небе, чем предыдущие. Но также не обойдется и без серых туч, которые местами принесут осадки в виде дождя и мокрого снега. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 4 градуса. Теперь детальнее обо всех синоптических новостях для каждого из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В основном регионе прогнозируется переменная облачность, но в Полтаве ночной небосвод будет затянут густыми облаками. В городе в это время предвещается снег. В Черкасах и Кропивницком после заката возможен туман. На юге страны термометры в течение суток покажут от 0 до 10 градусов со знаком плюс. Небольшие прояснения будут заметны только в Симферополе. Вечером предвидится в городе дождь. В Херсоне и Одессе серые тучи задержатся на весь день. Днем здесь пройдет дождь, а после заката выпадет мокрый снег. Наши предки подметили, если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурное и снежное давало надежду на обильный урожай. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 3 градусов мороза и 3 градусов тепла. Частые просветы, особенно в первой половине дня, смогут наблюдать жители Ивано-Франковска. А облака немного разойдутся и над ночным Львовом. Ровно пасмурная погода прогнозируется на протяжении всего дня. Ночью здесь ожидается снег и метель. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до отметки минус 2, а максимальная дневная достигнет 3 градусов тепла. Серые облака займут регион на целый день. В суммах снег и метель будут кружить с ночи и до позднего вечера. В Чернигове снег выпадет в ночные и дневные часы. В Житомире осадки предвещаются лишь после полуночи. Снеговые тучи заглянут и на восток Украины. При этом прояснений над восточными городами в субботу ожидается очень мало. Температура воздуха в течение суток от минус 3 до плюс 3 градусов. 20 января Луна вступает в созвездие Рыб. Этот период не отличается особой активностью. Многим будет трудно поутру подняться с постели и преодолеть сонливость на протяжении всего дня. Есть опасность подхватить простуду, так что будьте внимательны к своему здоровью. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 1-2 градуса мороза, а днем прогнозируется от 0 до плюс 1. В Северодонецке предвидится пасмурное небо с ночи и до позднего вечера. Такая же погодная ситуация предполагается и на остальной территории области. Правда, в Луганске и Алчевске ночью и вечером выпадет еще и снег. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 0 до минус 2 градусов, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 0 и плюс 2 градусов. Вся область покроется густыми облаками на целые сутки. В Донецке предвещается ночной и вечерний снегопад, а в Мариуполе снег с дождем, ночные, дневные, а также вечерние часы. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 0 до минус 3 градусов, а в дневное время 1-2 градуса, но уже со знаком плюс. Ночь в Днепре обещает быть ясной, но под утро город покроет серые тучи, что повлечет за собой снег в вечерние часы. В Кривом Роге после ночной переменной облачности также предвидится пасмурный день с мокрым снегом в его завершении. В Волгограде прогнозируется хмурый небосвод, но без осадков. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от минус 2 до плюс 2 градусов ночью в городе выпадет снег, возможно метель. Утренний небосвод будет серым, но к полудню облака немного разойдутся. Вечером Киев окутает облака и туман. Это была вся информация о погоде на субботу, 20 января. Хорошего вам настроения и до встречи в нашей студии.